А какую сумму денег вы сейчас готовы подарить другу или подруге на свадьбу? Ну, баксов 500, 600. Вот родственникам. Родственники обычно говорят, типа, не дари ничего, и так это самое, ну, денег нет, нифига. Вот. А что касается, ну, друзьям, ну, не знаю, обычно на свадьбах там сколько сейчас дарят? Ну, долларов 100-150, это вот как бы потолок, в принципе. Всем понятно, какая ситуация в стране, то денег нет, где их взять-то. А если подруга, если я просто гость, 50 долларов, если я свидетельница, там 100 плюс-минус 20-30 долларов, в зависимости там, ну, какие-то мелочи какую-то купить на машину в подарки или еще что-то такое. А если родственники, то, ну, все то же самое, на 20-30 долларов больше. Ну, для начала родственникам это как бы родное. Я подарил бы ту сумму, которую бы я от себя, ну, даже не отрывал бы просто, вот, любую. Там от миллиона и до 12, и до 20, это как-то, ну, не сильно существенно, теряю я в этом. А друг, если он хороший, или подруга, то, ну, порядком 10-12, где-то так. Чтобы, знаете, как не обижать тоже людей, вдруг там в жизни какая-нибудь приключится беда, они мне помогут и тоже. Ну, может быть, 200-300 долларов. А родственникам? Ну, 500. Это уже по максимуму. Это уже очень хорошему родственнику. Ну, долларов 300. 100 долларов. Если говорить в белорусских рублях, то где-то 3 миллиона. То есть, ну, примерно так. Ну, 100 долларов, наверное, это другу и родственнику. Ну, пускай будет 150, помажорим, короче. Да. Ну, хорошей подруге, наверное, бы, ну, долларов 200, наверное, бы подарила бы. Родственнику, ну, тоже в зависимости, дальние, ближние. Конечно бы, это все-таки родственники, но долларов 100. Тут зависит от степени дружбы. Но самому близкому 1500 – это минимум. Ну, долларов 100, не менее. А родственнику? Ну, родственнику, ну, тот же, наверное, так же. А если бы располагала большими, так сказать, ресурсами, ну, наверное, больше. С удовольствием откажусь пойти на свадьбу. А к родственнику? К родственнику, ну, если придется, ну, тогда, если так брать, то это, скорее всего, будет эквиваленте, ну, 150 где-то. Моего друга 6-го числа свадьба в районе 100 долларов.